Рядом находится Логвиненко. Едва не сорвал быструю контратаку Алани. И сильны гости именно игрой на контратаках. Снова попытка пробить. Стоянов, одно касание и гол! Ну, наконец-то Алания! Молодцы! Открывают счет в матче подопечные Владимира Газаева. Марат Бикмаев выводит свою команду вперед. Вот чего требовалось от Алании в первом тайме. И мы наконец-то становимся свидетелями того, как российский клуб забивает в этой встрече. Забивает теперь уже по всем правилам. И вновь это делает Марат Бикмаев. После флангового навеса в исполнении Ивана Стоянова Бикмаев в одно касание головой с бильярдной точностью режет мяч в дальний угол ворот Сергея Бойченко. Никто, абсолютно никто Бикмаева не прикрывал. Прозевали здесь совершенно одного Бикмаева в центре обороны Актабе, защитники этой команды. Только-только подходил на помощь партнерам Эмиль Кенджисариев. Но это случилось.